значит, у нас тут что-то странное происходит. У меня сейчас вильгельмы, склейки сидят на яйцах. Сначала один сидит, потом она. В итоге была очередь вильгельма, он сидел на яйцах, а Крейке захотелось погулять. Ну, она вышла, спустя минуту 2-3 вильгельм вышел за ней, хотя должен был сидеть на яйцах. Ну и все, я начала ее гонять, в итоге она пошла на яйца. А Вильгельм здесь, значит, остался гулять и с Оскаром драться. Судя по всему, он ее ревнует. Молодой человек, что вы можете сказать в своё оправдание? Вы что, ревнуете? Вот, он гоняется за Оскаром. Да, за тобой гоняются. Ребята! Что вы можете сказать в своё оправдание? Спишем это на то, что сегодня у нас не солнечная погода, все тускло и мрачно. Настроения ни у кого нет. Оскар пришел до Крейки доколебываться. Танцы есть свои танцевать. Но вот здесь вот Вильгельм. Он внимательно смотрит за тем, что происходит. И если вдруг Оскар будет свои танцы танцевать, да, Оскар, то Вильгельм быстренько прилетит и сгонит его.